В этом видео я расскажу вам о маленьком, но полезном аксессуаре, который скрасит ваш отдых. Это вот такой вот складной подстаканник от производителя Esterner. Вот такая вот упаковка. В таком виде товар находится на складе. Подстаканник выполнен из белого пластика, который устойчив к ультрафиолету. Немного расскажу вам о монтаже. Можно закрепить с помощью трех болтов или саморезов к переборке. Также можно навесить под шляпку болта. Еще один вариант крепления – это на двухсторонний скотч. Главное выбрать качественный скотч. Наклеить две полоски на выступающие части, и тогда подстаканник будет очень хорошо держаться. И ваша переборка останется целая. У подстаканника есть возможность отрегулировать диаметр верхней части. То есть, если у вас большие стаканы или бутылка, то вы расширяете вот этот ободок. Если стаканчик маленький, то есть возможность уменьшить и зафиксировать стакан в подстаканнике. Такой простой и недорогой аксессуар сделает быт на вашей лодке еще комфортнее.